Для меня слово рак в то время значило, что равно смерть. Боялась там, конечно, страшно, потому что очень любила жизнь, как оказалось. И, конечно же, второй раз узнать о том, что у меня рак, как бы было неприятно, но у меня уже не было паники, не было страха, я просто знала, что с этим нужно сразу что-то делать. Здравствуйте, меня зовут Елена Новикова, а сегодня 20 апреля 2021 года. В 2005 году мне поставили диагноз рак молочной железы. С диагнозом рак я живу 16 лет и 2 месяца. Я совершенно случайно обнаружила у себя в груди шарик и подумала, что это дело серьезное, надо показаться к врачу и не затягивать с этим. И сначала врач-гинеколог, она сказала: «Девушка, это у вас точно не рак, но на всякий случай идите проверьтесь к маммологу». И когда я уже пошла к маммологу, взяли пункцию и сделали множество разных анализов и исследований, долго очень я ждала ответа. И когда уже врач меня вызвала, у нее было скорбное такое лицо, и она сказала: «Девушка, ваша опухоль очень похожа на рак, направляем вас в онкоинститут для проверки». Для меня слово рак в то время значило, что равно смерть. И я подумала: как так? Мне там 25 лет, 25-26 вот как раз исполнялось. И я думаю, я еще не успела пожить, я такая молодая, и тут все, финишная черта. Интернет не так был распространен в то время, а из фильмов почему-то мне казалось, что это всегда смертный финал такой смерти, и все, конец. Боялась там, конечно, страшно, потому что очень любила жизнь, как оказалось. Прям думаю, ну как так, я еще ничего не успела сделать. Но потом, когда уже в Ростове перепроверили анализы, начали успокаивать наши друзья нас и сказали, что у вас первое, ну у меня, вернее, у меня, ну как-то мы с мужем это все проходили, я часто говорю, что у нас и мы, что у меня первая стадия рака. И рак молочной железы отлично поддается лечению. И давайте сразу все это полечим. Я поехала в онкоцентр на Каширке. Там продолжали какие-то анализы брать. Но нужно было все делать срочно, а бесплатные талончики были на очень далекие даты. Там через полгода, через 3 месяца. Меня торопят и говорят, что ну сдавайте тогда платно. А нам казалось с мужем, что ну в этой ситуации прям как будто вот тянут из нас деньги, а у нас их не было. И мы обратились к друзьям в свой родной город, в Ростов-на-Дону. Наши анализы проверил наш знакомый онколог и сказал: «Ребята, приезжайте сюда, мы в несколько раз дешевле сделаем операцию». Лечение проходило в Ростовском онкоинституте. Мне сделали операцию по удалению молочной железы, 15 сеансов лучевой терапии и 6 сеансов химиотерапии. Несмотря на то, что первая стадия, но все подстраховались из-за того, что у меня очень молодой был возраст. Лечащий врач Лисутин Александр Эдуардович и зав. Отделением Салатов Руслан Нуардинович. Я хочу поблагодарить их за внимательный такой подход ко мне. Я всегда приходила с блокнотиком и с кучей вопросов к ним на прием, все узнавала, и они мне давали вот ответы такие подробные, что я знала, как мне жить с этим дальше. За эти 16 лет я поняла, что за своим здоровьем нужно следить. И раз в год, конечно, проходила обследование. Когда, кстати, прошло 10 лет после диагноза, мне онколог сказала: «Все, вы теперь можете вообще не волноваться, вы как обычный человек, живите и радуйтесь». Но все равно раз в год проходите обследование. И у меня в щитовидке обнаружили спустя 12 лет узелок, который превратился в раковую тоже, в раковую опухоль. И, конечно же, второй раз узнать о том, что у меня рак, как бы было неприятно, но у меня уже не было паники, не было страха, я просто знала, что с этим нужно сразу что-то делать, а раз это только начальная стадия
онкологии, то это должно подаваться лечению. Я сразу же пошла, перепроверила пункцию. Ну, я наблюдала за этим узелком несколько лет. И когда он только начал перерождаться в злокачественную опухоль, сразу сделали операцию уже в Москве, и все по ОМС. Лечилась я в больнице номер 36 имени Иноземцева. И операцию мне сделал заведующий эндокринологического отделения Пантелеев Игорь Владимирович. За это время, в принципе, произошло много интересных событий в моей жизни, наполненных творчеством. Я издала книгу о том, как я прошла это испытание, чтобы вдохновить других людей не отчаиваться, бороться за свою жизнь. Книга называется «Буду жить». И также есть альбомы на эту же тему. И там как бы в песнях еще лучше передаются чувства, чем просто в тексте книги, поэтому у меня и книга, и альбом есть. Песни написаны, ну, какие-то во время болезни, это тоже мне помогало бороться, держаться за жизнь, выходить из болезни, чтобы опять активно петь и, ну, радоваться жизни каждый день. Песни можно послушать на моем YouTube-канале, и также отрывки из книги я прочла, и у меня есть такой плейлист из коротких серий, где я читаю отрывочки из книги. Также книгу можно приобрести на сайте если-рак.ру. Сейчас я работаю преподавателем современного вокала, использую вдохновляющий подход для вокалистов, чтобы расширить их возможности голоса. Еще в моей жизни, в нашей семейной жизни произошло приятное очень событие. Несколько лет назад мы приобрели свою квартиру, но не в Москве, а в Подмосковье. И купили ее, когда она еще строилась, и обустроили ее очень удобно и технологично. У нас есть и музыкальная комната, где я могу спокойно петь и преподавать вокал. А мой муж, он барабанщик, он может заниматься на своей ударной установке электронной. Мы никому не мешаем. Но очень приятно иметь такое гнездо, где можно творить что-то интересное, делать для других людей. К раку я сейчас довольно спокойно отношусь, потому что дважды он у меня в жизни происходил. И я благодарю врачей, которые посвящают жизнь изучению этой болезни и могут очень эффективно помогать другим людям, да, и спасать их жизни. Так что врачи, я вот почувствовала, что они на моей стороне. Мне помогло пройти через этот путь и поддержка близких, и друзей, и мужа, и родителей, и вера в Бога. Я поняла, что прям мне нужен кто-то вообще огромный, за кого можно держаться, источник жизни. И вот эти силы я черпала от него и от своих друзей. И они делали всевозможные сюрпризы, присылали мне подарки из Москвы в Ростов, отправляли посылки с конфетами, с игрушками, с открытками и постоянно вдохновляли через смски. И что в книге я прям поделилась этими открытками и смс-ками, что они каждый день были со мной, хотя были за 1000 километров от меня. Если вы узнали о диагнозе вот сейчас, да, и волнуетесь, как это, и вообще можно ли это побороть и с этим жить, я бы рекомендовала как раз-таки обратиться к специалистам, да, не тратить время на всякие народные средства, потому что вот когда я болела, мне присылали огромные списки и листы, вот как можно по-другому, только не идите к врачам. Моя жизнь наказывает то, что врачи очень квалифицированы, и они заботятся о здоровье пациента. Да. Так что я рекомендую не затягивать с этим, сразу обращаться к врачу и вообще держать руку на пульсе, всегда обследовать свое здоровье.